получалось на водном это. И он начал это продолжать делать уже на кухне. Он начал продолжать подшучивать и пытаться как-то меня унизить как мужчину. Для меня это неприемлемо. Ну, соответственно, произошла потасовка. А драка произошла не из-за чего. А Андрей просто набросился на меня. Я не знаю, вот как есть, говорю. Смешно. Когда мои грани переходят, я могу применить силу. Соответственно, мы сцепились с ним, упали. Я повредил немного руку. Андрей, наверное, посчитал, что я как-то его задел. Он посчитал как-то, что я как-то с ним грубо общаюсь. Ну, я думаю, что это просто зависть. Зависть, то, что с Катей я, не он. Ну, на что боролись, на то и напоролись. Катя,